ходе совещания по актуальным вопросам республики председатель правительства Республики Дагестан Абдул-Муслим Абдул-Муслимов сообщил главе Дагестана Сергею Меликову о проведении общереспубликанского субботника 29 апреля. В нем примут участие порядка 100 тысяч человек, в том числе депутаты и органы исполнительной власти. Особое внимание будет уделено памятникам, обелискам и захоронениям участников Великой Отечественной войны. Отметим, что Каспийск также станет участником данного субботника.